Пострадать порой можно из-за безобидных, на первый взгляд, игровых автоматов. Особенно если они установлены незаконно и неизвестно, насколько безопасны. В Иркутске демонтируют силомеры. Это уличный аттракцион с боксерской грушей. Человек должен ударить по ней и набрать как можно больше очков. Таких автоматов на улицах Иркутска становится все больше. Но оказалось, что их устанавливают нелегально. Чтобы разместить любой аттракцион на муниципальной земле, требуется получить разрешение от администрации. Городской комитет по экономике такие разрешения не выдавал. Поэтому округа должны принудительно демонтировать все аттракционы. Владельцев же ждет штраф. Если это обычный гражданин – до 10 тысяч рублей, если юридическое лицо – до 200 тысяч за самовольное занятие земельного участка или его части. Но для этого нужно установить владельца. Пока удалось найти только одного. Мэрия передала информацию в полицию. Выяснилось, что горожане неоднократно жаловались на силомеры. Беспокоят аттракционы и врачей. В травмпункт Ивано-Матрёнинской детской больницы этой осенью обратилось около 20 подростков с травмами рук после попытки проверить силу своего удара. Самый распространенный вид травмы в данной ситуации – это перелом пястных костей. То есть дети ударяют по груши, не рассчитывая силу, ставят руку часто неправильно. Степень смещения разная у таких повреждений. То есть есть дети, которых мы просто гипсовали, отпускали. Есть кому делали репозиции, то есть обезболивали и выправляли смещение пястных костей. 1-2 ребенка, ну вот на моей памяти, они потребовали стационарного лечения.